приветствую. Пожаловать в систему перевозок «Черная месса». Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство сотрудников исследовательского центра «Черная месса». Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса с ожидаемым повышением до 41 градуса. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд преимущество имеют люди с ограниченной подвижностью. Остерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи. Напоминание всем сотрудникам «Черной мессы». Запланированные проверки уровня радиации и биологической угрозы являются обязательным условием работы в исследовательском центре «Черной мессы». Уклонение от прохождения обязательной проверки является основанием для немедленного уничтожения. Если вы почувствовали, что в процессе выполнения своих обязанностей вы подверглись действию радиоактивных материалов, немедленно сообщите об этом ответственному за радиационную безопасность офицеру. Работайте бдительно и благоразумно. От этого зависит ваше будущее. Ситуациях пройдут сегодня в 19 часов в помещении на третьем уровне. Информация о предварительной экзаменовке персонала с высоким уровнем доступа будет объявлена отдельно. Помните, ваша жизнь и жизнь ваших коллег будет зависеть от качества вашей подготовки. У вас есть друг или родственник, который может оказаться ценным сотрудником «Черной мессы»? В данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Для получения подробной информации обратитесь к сотрудникам «Черной мессы». Если у вас есть знания и опыт работы в сферах теоретическая физика, биотехнология или другие высокотехнологичные области, вы можете обратиться в наш гражданский отдел кадров. Исследовательский центр «Черная месса» предоставляет всем равные возможности. Yeah.
инспекция, команда, к радиации, материал, поддержка, отсек. Привет. Да, выглядит это все нормально. Рад тебя видеть. Да, теперь не до вежливости, ведь правда? Привет. Вы же знаете, что я не могу вас пропустить туда. Привет. Да, думаю, мы станем друзьями. Иметь друга, как ты, фу. Да я не жирный, у меня просто, это самое, кость широкая. Я так не думаю. Да, никому жердяй не нравится. Что тут так воняет? О, парень, запах чуешь? Да заткнись. Не хочешь пивка дерябнуть? Я бы не отказался. Да.
Ой, я так рад, так рад! Ой. Приветствую. А, приятно видеть тебя. Рад тебя видеть.
Да заткнись! Извините, эй, я должен стоять позже. На посту. Я тебе пиво еще пришлю. А мы можем сделать это попозже? Извините, сэр, я должен стоять на посту. Тут так воняет. Приветствую.
воняет. Thank you.